Новых образец семейной любви. Супружеская пара вместе уже почти 48 лет. Они вырастили троих детей, сейчас принимают участие в воспитании троих внуков. Первый раз встретились еще будучи подростками и сразу поняли, что не смогут прожить друг без друга ни дня. Главное, чтобы вот этот лад в семье был, мир был, согласие. И самое главное, это везде и во всем это любовь. Любовь все побеждает. Главное в партнере врага не видеть. Партнеры, а не враги. Семья Богатских в браке 25 лет. Владимир и Марина – родители пятерых детей. По их словам, брак уверенно стоит на двух столпах – любви и терпении. Любовь необходима, чтобы создать семью, а терпение, чтобы преодолевать все трудности. Семья у нас спортивная. Спортсмен-любитель. Спортсмен-любитель, скажем так, да. Родители мужа, они занимались байдарочным спортом. Часто ходили по рекам России на байдарках. Ну и мы тоже познакомились на этой же почве. Первый раз мы подали заявление и поплыли через Волжский залив Старомайнский. Это был наш совместный первый поход. 9 семей, включая Муртаковых и Богатских, в День семьи, любви и верности получили медали. Чествование супружеских пар, проживших в браке больше четверти века, по традиции прошло на площади у памятника святым Петру и Февронии возле Ульяновского государственного университета. Праздник начался с молебна. Приехали на праздник и представители региональной власти. Семья – это малая церковь. Семья – это, безусловно, основа нашего государства. И чем крепче и богаче, внутренне богаче будут наши семьи, тем сильнее будет наша матушка Россия. И от всей души, дорогие друзья, поздравляю всех с сегодняшним праздником. Хотел бы, чтобы этот праздник действительно пронизал каждого человека России. В этот день также приветствовали будущих первоклассников, участников программы «Помоги собраться в школу». Ребятам к новому учебному году вручили памятные подарки и рюкзаки. День семьи, любви и верности отметили не только в областном центре. Череда праздничных мероприятий прошла в районах, учреждениях и отдельных дворах. Например, активисты ТОС «Мостовая слобода» приготовили для своих жителей уличный пикник и конкурсную программу. Взрослые дети вспоминали пословицы, читали стихи, пели, танцевали, выбирали лучшую семью кулинаров и проверяли, кто из них сильнее. Рената Алиулова, Юрий Конихин, новости Управды ТВ.